Ну, насчет заявления Аргентины, ну, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было при предыдущем правительстве, в предыдущем президенте. И когда это приглашение было им направлено, президент Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов. Это всем было известно. Они приняли такое решение. Это не отказ от вступления, это объяснение, почему сейчас они к этому не готовы. Мы это восприняли так. Я думаю, что когда правительство президента Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно свою позицию определить. Но БРИКС, его популярность растет, и я сказал, по 30 заявок на то, чтобы установить какие-то отношения с этим объединением. На данном этапе, конечно, мы будем концентрироваться на том, чтобы новые члены максимально плавно вошли в общую работу и продолжали мы все движения вперед.